это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Арифметика.
Мультик – это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров в клетке, крыльев сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров в клетке, крыльев сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров в клетке, крыльев сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров в клетке, крыльев сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров в клетке, крыльев сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Арифметика,
сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это
цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров в клетке, крыльев сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз все на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров в клетке, крыльев сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз все на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров в клетке, крыльев сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз все на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров в клетке, крыльев сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз все на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров в клетке, крыльев сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз все на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Арифметика, малышка.
Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Арифметика.
Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз все на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Арифметика.
Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Арифметика.
Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров в клетке, крыльев сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров в клетке, крыльев сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров в клетке, крыльев сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров в клетке, крыльев сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров в клетке, крыльев сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Арифметика.
листик — это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Арифметика,
узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз все на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка.
цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров в клетке, крыльев сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз все на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров в клетке, крыльев сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз все на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров в клетке, крыльев сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз все на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров в клетке, крыльев сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз все на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров в клетке, крыльев сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз все на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это
мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Это мультик, это книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика, малышка. Книжка. Цифры сможем мы узнать и научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пальцев на руках, сколько тучек в небесах, сколько в рощице грибов, сколько в вазочке цветов, сколько в домике окошек, сколько у хозяйки кошек, сколько птиц сидит на ветке, в цирке сколько тигров, клетки крыльев, сколько у цыплят и подарков для ребят, сколько Дедушка Мороз всем на Новый год принес. Все расскажет эта книжка, арифметика.